Всем привет, вы на канале Лёшкино. У нас сегодня опять очередная поездка на юг. Уже у нас второй уже отпуск. 2 недели назад только приехали практически. И опять едем на юг. Да, теперь мы едем в Витязево. А потом дальше. А потом, наверное, через Крымский мост и туда, в сторону Крыма. Так что мы проехали уже около 250 километров. Сейчас мы находимся, по-моему, как Тульская область. Тульская область, да. Мы сегодня втроем. Кирилл у нас остался дома. Вон Анютка, что-то там себя любуется, цветочка. И ходили поле, смотрели там красиво. И стеклышки у машины от мух протирали. А то он один тут говносранск. Губкой, водичкой промыли. Сейчас щетками смоем и поедем дальше. Первая наша остановка. Вон вдоль трассы остановились возле заправки. Но топлива нам солярка не нужна. Машин довольно сегодня очень мало. Сейчас пойду покажу, какие тут поля красивые. Какие тут вон поля красивые. Дальше деревеньки. В полях очень много цветов. У нас в Московской области столько цветов нету. Просто красотища. Мы на 250 практически отметке проехали от Москвы в Тульской области. Красота. Но нам надо ехать дальше. В общем, иду в машину, садимся. Стеклышки у нас теперь уже чистые, помытые от мухосранска. Едем дальше. Сели мы уже в машинку. Едем дальше. Сколько ты говоришь уже до Ростова? 300 километров. 300 километров и будет Ростов. Вон, а теперь только прямо и прямо. Проехали мы уже Воронеж, практически 600 километров уже пройдено. Заехали на первую заправку, вон она дорога, трасса М4. Все, идем и кушать. Там мама уже еду заготовила, и сейчас идем кушать. Мухосранск уже помыт, стекла у нас чистые, сейчас подсохнут. Что у нас, курочка, хлебушек, помидорчики, потом чаечек, и поедем. Заправились, покушали, все, отправляемся. На улице 30 градусов, а из Москвы выезжали, было в районе 16-18. Так, нам куда теперь? В сторону Новороссийска, направо. Машин мало. Все, нам туда. Вот такие птицы большие летают. Все, нам еще прямо не менее 10 часов. Прошли мы уже очередной пункт оплаты. Погода, кстати, хорошая, градусов 30, так и есть 30, но везде тучки. Вот так вот едем, то солнышко, то тучки, в основном тучки. Нам еще ехать около 10 часов. Что, скажи, прикольно, классно? Да, классно. Овраг, дорога среди оврага проходит. Вот это. Не поселка, не деревень, какая-то башня под напором даже стоит. Ни скотины, ничего нету, такой враг прям. А у нас теперь маленький привальчик, остановились прямо на Шахтинске. Сейчас покажу вам, выхожу. В прошлый раз, 2 недели назад, мы были ночью практически в танковом музее, смотрели вертолеты, самолеты,
техника, вон сколько всего. Наверное, ее название «Легенда СССР», парк «Легенд СССР». О, наши фотографы. Памятник, много-много светофоров, штук 25, может быть 30. Прикольно. Звезда, кафе, отель, хостел, музей. Машинка вон прикольненькая, маленькая, на серпе и молоте, красненькая. Все, вон она, дорога. Поедем или пойдем дальше, посмотрим. Да, классная, прикольная машина. Я говорю, оставляем мы эту машину тут и поедем на ней дальше на море. Вон какая большая. Там есть пылесос. По-моему, капот от Победы или от чего-то такого. Фар нету, колеса, будь здоров. Вон, на нее даже можно залезть. Вероятно, попасть внутрь. Но мы туда не полезем, там вон детки играются. Ну и что, как? Понравилось? Как тебе? Крутая тачка. Вон, берем, поедем на море. Вон даже запасное колесо есть сверху. Прикольно. Блин, даже в ней можно посидеть. Вот тут, по-моему, я в роли заключенного. Тут решетки и тут решетки. Вот так тут закроешь и хрен отсюда вылезешь. Ну да, поедем мы дальше на ней, конечно. Да, тут классненькая, вон, прикольная машинка прям. Обрастили ее ковриком для футбола, а внутри насажили цветочков. Прикольно. Вон, даже в багажнике у него цветочка. Только номерных знаков нету. Вон, какие еще тут классные. Говорят, там москвич. Еще один. Еще один. И еще один. А сверху какой-то рокер на мотоцикле. А это я и мы на фоне ЗИЛа машины. Вон, отрезали от него кузов. Серп и молот. Да, хорошая, большая машина. А хочешь, можно в колокол позвонить. Только не знаю, стоит ли, нет. Кто понял жизнь, тот не торопится. Да, он прикольный скелетосик на мотоцикле. Да, только у него место руля, он прям держится за колесо. О, какие у него зубки. Глазки, наверное, вечером светятся. О, смотри, а в грудной клетке у него сидушка или что это, бензобак и мотор. Прикольно. Ножки какие. И попка. Да, копчик. Где еще нам сфотографироваться? Фотографируемся возле старой бензоколонки. Больше тут негде. Найдем еще экспонаты, еще сфотографируемся. Чек-чек-чек. Да, да, а тут еще один прикольный агрегат. Сейчас попробую сюда залезть. Вероятно. Ой, как же сюда. О! О! Залезаем. Так, и потом покажем, как тут будет. О, и поехали. Тормоз только отпускай. Газ и вон туда, на дорогу поехали. Вон, прямо, там машина как раз он стоит. Или туда прямо на шоссе. Во. Так, заводимся, ключ заводим и поехали. Там еще, да, пассажиры есть. Нет, что-то она ехать не хочет. Наверное, бензина нету. Вон, плохо мы заправили тут. Но места много. Поехали. Можно он еще на заднюю сидушку сесть. Тут еще, о, посидеть. Наверное, не умеем мы заводить такие машины. О, да. И поехали прямо. Круто, круто, круто. А если чуть-чуть отойти, вон мотоцикл остался там дальше. Кстати, вон, смотрите прошлое видео. Там очень много разной техники. Вертолеты, самолеты, танки. А сейчас покажу вам памятник, вероятно, мотоциклам. Сколько их тут? Штук 20, наверное, даже больше. Вон прям, наверное, можно колеса покрутить. О, крутятся, завести и поехать. Но только они все опутаны в колючей проволоке. Вон руль, колесо, бензобак. Все у них есть. Классно, прикольно. Да, и у этого, наверное, крутятся колесики тоже. Тоже и труба выхлопная. Поехали.
В общем, уже часов 6, а мы уже в Каменно-Шахтинске. Погуляли, посмотрели, понравилось, прикольно. Идем сейчас к машинке, вам покажу, если нам разрешат зайти. Вон прямо мотоциклы, вон еще один красненький. А дальше будет машина. А, прикольный ресторан. Стол, 4 места, сел, хочешь обедай, хочешь завтракай, хочешь кушай. А это, наверное, детская машинка. Вон прям лавочки, стол, а тут двойной фуршет, банкет. Да, приятного вам аппетита, пейте на здоровье. Так что вот так вот интересно. Если понравилось, обязательно пишите комментарии, подписывайтесь на канал Лёшкино, смотрите видео, которые у нас будут впереди, которые были уже прошлогодние этого года. Так что мы едем дальше на юг. Нам практически осталось еще полпути. Маму мы оставили в машине, вон до нее осталось чуть буквально дойти. С Анюткой сходили на заправку Лукойл. Нас что удивило, там даже есть горячая вода и нету очереди. Все, едем в сторону Ростова, прямо. Все, вон, кому интересно, заезжайте в Каменно-Шахтинское. Мы поехали прямо, мы хотим на море. Практически до нашего места назначения нам осталось доехать, по-моему, около 30 километров. Вот заехали на такую заправку, в туалетик зашли, ручки помыли, топливо нам не нужно, у нас уже есть запас. Вон каких тут собачек маленьких нашли, уже их покормили, вон они прям гладятся, такие добренькие, маленькие. Это мамка, и у нее вон такие вон классненькие три щеночка, да, Анютка? Они у нас и косточки покушали, и курочку покушали, и хлебушком мы их покормили. Вон какие добрые, Анютка даже их печенькой кормят. Во, ну, давай, 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 давай. О, какие. О, вот это да, вот это бобрики. Ну, мамка, как тебя зовут? Дай лапку. А лапку даешь? Лапку даешь? Не, лапку не дает. Так что он таких можно добрых собачек встретить на заправке. Да, он чистенький тоже. Ой, маленькие какие. Ой, какие прям. О, покушали. Все, пойдем мы ручки помоем. И нам чуть-чуть осталось добраться. Какие, какие, во.